Мы с ним проработали бок о бок в Большом театре без малого 40 лет. И это был певец исключительной, знаете, вот вокальной чистоты. Много певцов, которые, может быть, привлекают к себе какой-то необыкновенной красотой тембра, какой-то такой музыкальностью там и так далее. У него на первом месте была школа. Ну, что подразумевается под понятием школа? Во-первых, абсолютно правильное певческое дыхание. Сергей Иванович Мигай, его учитель, умел научить именно правильно петь. Хотел бы в единое слово я слить мою грусть и печаль и бросить то слово на ветер, чтоб ветер унес его вдаль. И пусть бы то слово печали по ветру к тебе донесло, и пусть бы всегда и повсюду оно тебе в сердце лило. И если б усталые очи сомкнулись под грезой ночной, о, пусть бы то слово печали звучало во сне. И бросить то слово на ветер, чтоб ветер унес его вдаль, чтоб ветер унес, унес его вдаль. Сколько я знаю Мазурука, а я его встретил в Московской консерватории, еще будучи аспирантом. Он пел какой-то переходной экзамен. Я обратил внимание на такую вот, ну, редко встречающуюся высокую позицию. Это значит, такой голос вообще не имеет износа. Знаете, и его вот правильная школа пения, она по-своему уже восхищала, вызывала какие-то эстетические такие вот, значит, чувства. И, знаете, вот многие наши певцы, коллеги наши, неоднократно говорили, вот когда поет Мазурок в спектакле, у нас глотка открывается. Куда ты, удаль прежняя, девалась? Куда умчались дни лихих забав? Не тот я стал теперь. Мазурок был для меня просто певцом уникальным. То, что он закончил политехнический институт, говорит о многом. У него, понимаете, совершенно иная организация мышления. Он по-другому совершенно подходит к раскрытию там, образа, к чтению текста просто элементарного. Я это знаю по себе, поскольку я закончил в свое время физмат университета, но, как говорил мой педагог Хайкин,
вот дирижер должен уметь заглянуть под покров нот. Вот если человек способен там что-то разглядеть и что-то такое подчеркнуть для себя, он большой художник. И вот в этом плане Мазурок отличался особой пытливостью. Только ночь своим покровом верхи Кавказа осенит, лишь только мир волшебным словом завороженный замолчит, лишь только месяц золотой из-за горы тихонько встанет и на тебя украдкой взглянет. К тебе я стану прилетать, гостить я буду до денницы и на шелковые ресницы сны золотые. Он легенда в Большом театре. Вот ушло старое поколение, потом пришли так называемые средние, не средние певцы, а среднее поколение. Все они, и Синявская, и Образцова, и Архипова, и Мазурок, и Нестеренко, и Певко, все они народные артисты Советского Союза. Это не так просто так раздаваемое звание. И они создали целую эпоху в театре. И вот это все было на моей памяти. И каждая роль, которую играл Мазурок, она отличалась какой-то своей спецификой. Вот, видимо, его такое политехническое образование, оно как-то подталкивало вот на это. И он был, ну, во-первых, очень умен, во-вторых, он понимал, что человек должен быть восприимчив, так сказать, вот к советам, к замечаниям. Ну, многим вокалистам кажется, что они держат Бога за бороду, ну, и так далее. Он был вот в этом отношении на редкость человеком прогрессивным. Ну, мы с ним, Юра, и мы на «ты» разговаривали как-то так, хотя он ко всем относился, ну, как Чехов, говорил «вы». Ах, я терзал.
для сведения широкой публики, он в Большом театре пропел практически весь баритоновый репертуар. Он был совершенно непревзойденный веденецкий гость. Я каждый раз восхищался его пением, потому что это, знаете, такая спинтовая ария, требующая очень высокого вокального мастерства. Город прекрасный, город счастливый, море царица, веденец славный, тихо порхает ветер прохладный, синее море, синее небо, над морем синим царствует кротко, город прекрасный, веденец славный, В каждой роли актер перевоплощается, и он был способен на это. Он внешне всегда выглядел немножко строгим, немногословным. Очевидно, все-таки его вот такое вот, ну, жесткое воспитание, я имею в виду умственное развитие, не позволяло этого. Вот поэтому он как-то относился ко всем с некоторой дистанцией. Стороне благом тылу нравоученья читал когда-то наставления. А девочка, которой я пренебрегал в сменной доле, уже ли она была так равнодушна, так смела? Но что со мной, я как во сне, что же вернулась в глубине души холодной и ленивой, насада, суетность. Увы, сомнения нет, влюблен я, влюблен, как мальчик, полный страсти юной. Пускай погибну я, но прежде я в ослепительной надежде душу волшебный яд желаний куплю с несбыточной мечтой. Везде, везде он предо мной, образ желанный, дорогой. Везде, везде он предо мной. Вот внешне он выглядел немножко надменным даже, высокомерным, что ли. Вот это качество, наверное, очень хорошо подходило к Онегину. Вот на первых порах. То есть в первой картине, во втором акте там и так далее, когда он обижает Ленского. И даже в сцене дуэли он как-то не терял, ну, что ли, самообладание, будем так говорить. Но в третьем акте он просто преображался. Ведь, так сказать, по развитию сюжета он действительно влюбляется в Татьяну и уже не мыслит без нее своей жизни. Он ведет себя, ну, на грани потери рассудка. И я считаю, что вот это одна из выдающихся его работ. Thank you.
жалкий соль бемоль. Да, у него проблем не было в этом отношении. Я никогда не волнуюсь. Вот я до сих пор дирижирую Евгением Онегиным, который был, не знаю, поставлен еще в 46-м году, но я его, так сказать, принял вот, от Хайкина и продолжаю дирижировать. И, знаете, я не без волнения вот, жду этого момента, потому что к этому вот, моменту, так будем говорить, актер уже достаточно устает. Это вокальное искусство, оно связано все-таки с какой-то физической нагрузкой и какой-то выносливостью, необходимой для певца. И не у всех это хорошо берется. И знаете, вот эта одна нота, единственная нота, может испортить все впечатление. К сожалению, к великому. Но с Мазуруком этого никогда не случалось. Он это пел, ну, как победитель. Браво, 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 ла-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 ла! Вряд ли найдется счастливее такой, вряд ли! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Вряд ли найдется счастливее такой, вряд ли найдется счастливее такой, слава и честь! Ла-л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 а! Фигаро, ну как роль, как вокальная роль, она упирается практически в вокальные возможности человека. Не всякий достойный петь эту партию может взяться за эту роль. Вы понимаете, есть такой термин вот, «гортанное стаккато». Вот, в музыке Россини, также Беллини, Доницетти, присутствует такая мелкая техника. Вот то, что называется «бельканто». У многих такое ложное представление о термине бельканто, ну, состоит из двух составных слов. Значит, бель – это прекрасно, канто – это голос. Значит, прекрасный голос. Между тем, ни Карузо, ни Джильо не были белькантистами. Но бельканто – это умение владеть голосом и умение петь виртуозно. Вот это подразумевается. И вот в этой партии Фигаро требовались моменты, когда он должен был петь бельканто. Я говорю: Юра, ты не допиваешь там в триолях нот, пожалуйста, поработай. А знаете что, у него сын достаточно беглый пианист, и они, по-моему, дома там занимались. И, кажется, жена у него тоже пианист. Вот. И он все это преодолевал. Ночью вечно в занятии, все меня ждут и зовут перебой. Что же быть может лучше приятнее и благороднее жизни такой? Ла-л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 а
щетки, куда бы ни шел, при себе я держу. Ведь планцет, и гребенки, и щетки, куда бы ни шел, при себе я держу. Нужен я франту, даме красотке, нужен я старцу, всем угожу я. Нужен я франту, ла-ла-ла-ла-ла, даме красотке, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла. Ах, счастлив судьбой я, честное слово, жизнь мне восходна. Дельца такого, вроде меня, сто голосов зовут, стоит явиться мне, дамы девицы, ангелы старцы, эй, не пари хвой, дай мне побиться, кровь пари мне. Фигаро, 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 фигаро. Мой Бог, что за крики, что за смятение, все поднялись, а просто беда, все я исполню. Только терпение, и не все разом, вы, господа. Фигаро, я здесь, эй, Фигаро! Я там, Фигаро здесь, Фигаро там, Фигаро здесь, Фигаро там, Фигаро вверх, Фигаро вниз, Фигаро вверх, Фигаро вниз. Делала все от меня, что зависимо, и все довольны, вот и каков, вот и каков, вот и каков, вот и каков, вот и каков.
браво, Фигаро, браво, брависсимо, а браво, Фигаро, браво, брависсимо, много на свете, да много на свете, да много на свете подобных дельцов. Ла-л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 а, много на свете, да много на свете, да много на свете подобных дельцов. Первый любимец, вот я каков, первый любимец, вот я каков, вот я каков. Он был очень востребован за границей. Очень. Мы с ним в Милане пели. Вот Милан, в Метрополитен опера он пел, в Риме. И вы знаете, везде он проходил, ну, как номер один. Никаких скидок на то, что он, извините, русский, советский. А, знаете, вот публику, говорят, не обманешь. Ну, вам известна такая фамилия? Лучано Паваротти. Человек с изумительно красивым голосом. Но в Милане, в Ла-Скала его не принимают. Публика начинает гудеть. Бу-бу. Это такой способ выражения недовольства. Вот. Не любят его, потому что он ничего не выражает. Публика все-таки разбирается кое в чем. Вот. И в этом плане вот, он был везде желанным гостем. In Candalvino calla la testa, una gran festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, te quando quella cerca menar, te quando quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Se c'è ancora ordine la danza sia, chi il minuetto, chi la follia, chi la lemanna fare ballar, chi il minuetto fare ballar, chi la follia fare ballar, chi la lemanna fare ballar. Ed io frattanto dall'altro canto, con questa e quella vo amoreggiar, vo amoreggiar, vo amoreggiar. Alla mia lista domani mattina una decina dei lamentar. Alla mia lista una decina dei lamentar. Se per in piazza qualche ragazza tenga per bella cerca menar. Alla mia lista domani mattina una decina dei lamentar. Senza quell'ordine la danza sia, chi il minuetto, chi la follia, chi l'alemanna fare malar. Alla mia lista domani mattina d'una decina devi aumentar, d'una decina devi aumentar, d'una decina devi aumentar, devi aumentar, devi aumentar, devi, devi aumentar. Он был так, достаточно игривый человек и не без баловства. В Зальцбурге однажды исполняли Иоланту, поменяв роли. Он должен петь Роберта, а Володя Атлантов – Вадемона. И они поменялись. Ну, Вадемона там выше ля нет нот, поэтому Мазурок спел Вадемона, а Атлантов пел Роберта. Причем у него получалось это очень здорово, потому что у Атлантова был просто необъятный голос. И есть, наверное, до сих пор. Он басам показывал, как Кончак должен брать нижнее фа. «Ужас, смерть, сеял мой Булат». Это не всякому басу удается. И вот они так развлекались. Но это, так сказать, маленький штрих к его образу, к его личности. Матильдой моей, сверкающей искрами черных очей, как на небе звезды осенних ночей. Все страстное негой в ней дивно полно, в ней все опьяняет, в ней все опьяняет и жжет, как вино. Она только взглянет, как молнии ранит, и пламень любви зардеет в крови. Она засмеется, и песней зальется, и жемчуга прям лицо осветет. А страсти кипучей и бурной и жгучей глаза говорят, и к блаженству манят. Безумных желаний, пожатием нежным руки белоснежной, с
забвению горя и к счастью без мер, без конца и границ. Кто может сравниться с Матильдой моей, сверкающей искрами черных очей, как на небе звезды осенних ночей, все страстною негой мне дивно полно, опьяняет в ней все, опьяняет. И жжет, как вино, и жжет, как вино. Мне очень нравилось его такое, знаете, спокойствие. Вот он никогда не паниковал. Бывало, что он приходил в спектакль нездоровый. Никуда не денешься. Замены нет, но он никогда не заменялся. Это раз. По-моему, это было его, так сказать, жизненные позиции. А во-вторых, он все делал замечательно. Толпа кипит, куда ни глянь. И весь народ в страшном волнении. Ритмика иногда и скорый брань. Кто в восторге, а кто страшится, жажда крови опьяняет всех. И наша участь в этот день решит, ждет нас гибель и успех. А смелее вперед, смелей! О, Тореадор, смелее! Тореадор, Тореадор! Знай, что испана ждучие глаза в час борьбы заблестят, и ждет тебя любовь, Тореадор, там ждет тебя любовь. Тебя, любовь, Тореадор, там ждет тебя, любовь.
Oh!